Ну чё, чувак, чё вчера делали? Чё, вчера бухали, отдыхали там, развлекались, а ты чё? А, пиздец, у меня геморрой, короче, куча проблем, не знаю, вообще, устал. Можешь расслабиться, чтобы все геморроди пошли, вот, смотри, мне чё думать есть. Пиздец, чувак, это то, что я думаю? Да, ты то, что ты думаешь, даже я через чё дунуть, смотри. Пипец, чувак, если нас поймают, нам жопу. Да успокойся, давай, на анализе вообще не покажут ничего, успокойся, давай дунуть. А куда пойдем? Давай мы на парке посидим, дунуть. Пошли. Че вообще расскажешь? Короче, вчера в кино был. Да? Да, прикольный ужастик посмотрел. «Зловещие мертвецы» называется. Прикольно. Там, короче, девчонку повезли лечиться от наркозависимости, да. Я где-то смотрел. Да, в центр ходил. Да. Чувак, что это за трава такая? Чувак, охуенная штука. Я тебе базарю. Что с тобой? Что это за трава? Это спайс. Кто тебе ее продал? Мне в туннеле продали. Ёб твой раз. Только не по-детски. Я отойду. Эу, чувак, тебе в натуре хуёво, эу, братиш. Эу, что с тобой? Ты кровью харкаешься, братан. Чувак, что с тобой? Братан! Извини, дорогая, извини, пойдем. Поболтаем.